сюда заехали 6 лет назад, вот в Мартынова 20. То есть перед нами было поле, нам обещали школу. Елена многодетная мать, и о проблеме с нехваткой садиков и школ знает как никто другой. У нее трое детей, и не каждый смог вовремя пойти в детский сад. Семья живет на Мартынова, недалеко от 153-й школы. Это одна из двух школ на весь Покровский район, без учета частного сектора. Елена уверена, это слишком мало на такой большой микрорайон, где каждая вторая семья с ребенком, а иногда и не с одним. Вообще вечная тема, когда дети не могут попасть. У меня, получается, двое было, третий родился, и нам дали садик в Покровке. То есть, а до этого вообще не давали садик. То есть, получается, что у меня ребенок пошел во сколько? В 4 года в садик сюда. В 153-й школе 15 первых классов, в 155-й то же самое. Ну, она же не резиновая все-таки, эта школа. Новые дома в Покровке строятся ежегодно, и селятся туда в основном молодые семьи. Но следом за многоэтажками почему-то не появляются и новые образовательные учреждения. Уже даже предложили место. Это пустырь между домами номер 118 и 120А по Чернышевского и номер 109 на Линейной. Идеальное место для новой школы. Для оценки этого варианта в микрорайон приехала комиссия. Депутат горсовета Александр Дроздов уверен, нужно уже в этом году включать новую школу в Покровке в федеральную программу и добиваться финансирования на 2022 год. Первая задача – это не упустить эту землю, которая сегодня муниципальная земля, она давно уже достаточно была именно таким образом зарезервирована под строительство школы и, кстати, детского садика еще. Но, к сожалению, мы видим, что здесь уже вне проекта появилась вот одна свечка, и очень бы не хотелось, чтобы сегодня при изменении генплана города, который будем менять осенью, значит, мы про этот объект, про эту землю забыли или упустили. По итогам встречи участники совещания обратились к департаменту градостроительства, чтобы они внесли предложение по выделению денег на проект школы в городской совет. Елена Армас, новости ТВК.